пошли на публичное признание того, что Медведчук уже больше 40 дней находится в застенках СБУ. И то, как с ним обращались, мы прекрасно видим на фотографии его. Я его много лет знаю, наверное, больше, ну, где-то около 30 лет, ну, больше 25 лет точно. Я его никогда не видел в таком состоянии, хотя он, конечно, уже в возрасте, ему, по-моему, 66 лет, но, тем не менее, он так всегда в спортивной форме был, выглядел всегда хорошо, и то, что я увидел, конечно, меня, откровенно говоря, потрясло. И то, что как откомментировали это, так сказать, вот, деятели киевского режима, что надо выбить показания из него, ну вот это хоть какого-нибудь Макрона бы, это же вот не пусть там какой-то политолог, которого, так сказать, закатовали за стенках СБУ, застрелили и выкинули, пусть он, так сказать, Макрон не